Сегодня наша программа включает целый фейерверк знаменитых оперных увертюр, которые заняли прочное место на концертной сцене. Это увертюры к операм Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и Вольфганга Амадея Моцарта. Каждая из них воспринимается как самостоятельная симфоническая пьеса, наделенная яркими мелодиями и контрастами, и каждая выполняет функцию сжатого музыкального пересказа оперы, подчеркивая ключевые моменты и интригуя накалом страстей. Также в исполнении оркестра прозвучит симфония номер 3 фа-мажор Иоганнеса Брамса, отражающая романтические черты, характерные для творчества немецкого композитора. Симфония была посвящена верному и близкому другу Иоганнеса Брамса, известному дирижеру и пианисту Гансу фон Бюлову. Дорогие друзья, мы начинаем наш концерт. Откроют программу увертюра к опере «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Исполняет оркестр, дирижер Эдуард Дядюра, город Москва. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Дирижер Эдуард Дядюра.